Будет ли обустроен тротуар на улице Кирова на участке Осипенко – Красная? Значит, тротуар на улице Кирова у нас давно обсуждается, и есть предложение депутатов по округу включить в нашу муниципальную программу обустройство данного тротуара. Надеюсь, что на следующий год в программу он попадет, этот тротуар от улицы Осипенко до улицы Красной. Решение будет приниматься на координационном совете депутатов. Неважно, какой стиль предпочитаешь ты. Магазин мужской одежды «Все для мужчин». Качественная и современная одежда для любой ситуации. Выбери свой стиль с магазином «Все для мужчин». Адрес: Красная, 130А.